4 июля мы прибыли в Санкт-Петербург. Планы были наполеоновские. Кунсткамера, развод мостов, блошиный рынок Уделка. Но сразу же по приезду мы отправились в Петергоф. Такие жуткие тут очередища, вы представляете? Это вот тут очередь на Петергоф. И тут очередь на Петергоф. Такой маленький автобус, ужас. Привет, дорогие друзья! Сегодня первый день нашего путешествия в Санкт-Петербург, и мы решили поехать в Петергоф буквально с поезда. Успели только зайти в гостиницу, положить свои вещи. Решили поехать сюда, потому что погода обещает все 4 дня нашего путешествия быть непредсказуемой. Даже сегодня вроде бы светило солнце и уже пошел дождь, поэтому мы решили не ждать, вдруг в следующие дни будет ливень, решили сразу поехать и посмотреть на фонтаны. У меня такое ощущение, что это мы еще приехали не в самые людные дни. В принципе, нам удалось до Петергофа доехать. Мы влезли, мы, в общем, ехали стоя в маршрутке. И сейчас тут тоже очередь, но я думаю, они достаточно быстро проходят. Очень хочу увидеть белок, но пока тут только чайки и надписи «Осторожно, белки!» Пусть на нас нападет хотя бы одна, будет весело. Смотрите, белка. Их, может, у вас еще есть пожрать, блин? А что, тут нет? Мы просто тут тоже пожили. Иди сюда, иди к нам, мы тебя покормим. Даже клади от корзины безопасное состояние. Она думает, что мы ее... Вот, дохленькая как раз. У нас есть что-то поесть? Быстрее. У нас нет ничего. Олег, она, по-моему, на тебя хочет напасть. У меня была последняя. Вы только смотрите, какая она классная. Она как Человек-паук бегает. Ты что, белки кусаются? Конечно. После них еще надо делать... Прививку, подвешенную? Конечно. Лучше ампутировать сразу. Где? Где она? Как она быстро бегает? Куда она делась? А, вон она выглядывает. Я прям как чувствовала, что мы увидим белочку. Правда, она не очень хотела со мной пообщаться и на камеру работать на мою не хотела, но зато там были детишки с планшетником. Вот, кстати, на их планшетник она позировала, а на мою камеру нет. Сказала, нет, у тебя еды нет. Уже нагулялись в Петергофе и очень хочется уже съездить, наконец-то заселиться в гостиницу, переодеться, потому что я все хожу в том, в чем была в поезде и... Вообще-то я, если честно, хожу в том, в чем я спала. Это такое очень коротенькое платьишко. В общем, хочется отдохнуть.
Отель в этот раз я также заказывала на сайте booking.com, он для меня уже проверенный. Отель взяли, как и в Москве, недалеко от вокзала и неподалеку от метро. Гостиница называлась номера на Гончарной, нам нужно было 2 двухместных номера. Когда мы заказывали, выбор уже оставался не очень большой и, к сожалению, нам достались номера с удобствами на этаже. В принципе, ничего страшного, если вы собираетесь гулять, но вы узнаете, что со мной было позже, так вот в этом случае, ну, крайне неудобно. Мы сейчас отправляемся на теплоходике поплавать по рекам и каналам. Я чувствую себя очень плохо, если честно. И выгляжу так же, поэтому буду только в очках. За несколько часов до того, как мы поехали на эту экскурсию, я должна была посетить рынок Уделка и даже договорилась о встрече с женщинами, которые бы могли мне провести небольшую экскурсию и поделиться советами с вами, мои дорогие зрители. Но, к сожалению, я почувствовала себя уже тогда плохо и не смогла поехать так далеко от гостиницы. Но потом я взяла себя в руки и решила немного прогуляться, о чем позже сильно пожалела. Угадайте, кто лежит и умирает в гостинице, пока все гуляют. Это я. После экскурсии по рекам и каналам я думала, что я умру, потому что мне было очень плохо. Я ждала с нетерпением, когда экскурсия закончится. Блин, мне так жалко, потому что, во-первых, мой страдальческий вид наверняка портил всем настроение, но я старалась, знаете, куда-то смотреть вдаль. Во-вторых, конечно, надо было мне все-таки остаться в гостинице, но я не понимала, то ли у меня давление все-таки, либо я отравилась. Ну, вот такой у меня симптомы одинаковые у того и другого. Вот, я думала, я проветрюсь, потому что я 2 часика после того, как я пыталась выйти из гостиницы, чтобы поехать на Уделку, я отлежалась. Вот, а потом, когда мы сошли на берег, я поняла, что прям мне очень плохо, если я сейчас до гостиницы не доеду, я не знаю, я помру. Вот, меня Федя срочно увез в гостиницу, проводил меня прям вот до двери. Вот, купил мне всяких препаратов, вот лежу, пью. Блин, у меня, конечно, в поездке давно такого не было. Я бы даже сказала, что в поездке у меня такое первый раз. Я всегда как-то достаточно аккуратная к еде. Но вчера просто ничто не предвещало беды. Но я думаю, что это все-таки фалафель. Потому что, блин, так жалко, что мы вообще-то не хотели в этот ресторан, но я очень хотела фалафель. Вот мы туда зашли, я покушала этот свой фалафель, и все было хорошо до сегодняшнего утра. Третий день нашего путешествия в Питер. И мне стало лучше только сегодня к вечеру. Сейчас 11 часов. И мы идем сначала, хотим посидеть в кафе. Правда, я ничего есть не буду. А потом мы пойдем смотреть развод мостов.